Необходимо, чтобы все имели активную жизненную позицию и приняли участие. Чтобы не боялись, что люди будут. Не надо бояться. Что люди будут приходить. Все, мы со слов, никаких документов не требуется. Надо просто отвечать на вопросы переписчика. Там вопросы, может быть, и покажутся встроенными, но они все взаимосвязаны. И никаких вопросов там лишних или глупых не задаются. То, что вот нужно, вот, как человек, где он живет, спрашивает, вот если спрашивают, а где вы работаете, но это связано с тем, как часто вы пользуетесь транспортом. Где вы там работаете, опять же, постоянно человек работает или нет. Ваш основной доход там или пенсия, или работа, или может быть предпринимательская деятельность, может пособное хозяйство, все может быть, это же очень хорошо, что человек на самообеспечении. Вот. Поэтому нужно очень активно к этому подходить и помогать переписчикам, потому что сами понимаете, объем будет очень большой. Мы заходим в одно домовладение, а считается, вот в квартире, вот если живут там две семьи, три семьи, это значит разные домовладения. И мы переписываем каждое домовладение. Домовладение. Потому что домохозяйство. Вот. Поэтому надо помогать, отвечать на вопрос. Вот, так что я надеюсь, что уютная покажет себя с такой хорошей стороны. И в целом.